Этот ролик даст вам плюс 5 к уверенности на свиданиях, потому что вы поймете, что даже если ваше свидание прошло крайне плохо, это не означает, что ловить с этим человеком вам больше нечего. Если уж даже такие случаи обернулись в итоге победой, значит никогда ничего не потеряно. Итак, люди, чьи первые встречи с возлюбленными прошли ужасно, как вы в итоге сошлись? Моя теперь уже невестка хотела свести меня со своей сестрой. Мы собирались встретиться и выпить с небольшой компанией. Но она не сказала моей нынешней жене о том, что будет ее с кем-то знакомить. В то время она была на детокс-диете, не пила алкоголь и ела только здоровую пищу. Было заметно, что ей не особо хотелось с нами находиться. Она привела с собой подругу и со мной почти не разговаривала. Я подумал, что она симпатичная и захотел пообщаться с ней. Моя теперь уже невестка дала ей номер. Через несколько дней я храбро попытался ей позвонить, а потом оставил голосовое сообщение, промямлив: «Привет, это сестра твоей подруги. Ой, тьфу, в смысле, друг твоей сестры. Ошибочка вышла. Ну, в любом случае, перезвони мне, если захочешь как-нибудь потусоваться». Она перезвонила, и дальше все пошло как по маслу. Через некоторое время она призналась, что единственная причина, по которой она мне позвонила, я не стал удалять и перезаписывать то голосовое сообщение, а я и не знал, что можно так сделать. Это была небольшая вечеринка в квартире моих друзей, и один из них привел девушку. Она показалась мне очень милой, мы поболтали, а потом стали играть в алкогольную игру. Я пил и пил, в итоге мне стало очень плохо, и меня положили в душ. Перед тем, как уйти, она попрощалась со мной, пока писала, а я лежал в душе весь мокрый и в рвоте. Примерно через неделю я пригласил ее на свидание, и внезапно она согласилась. Мы пошли в парк гладить собачек, и с тех пор вместе. Мои тетушки прям отличились. Одна из них напилась на первом свидании с моим дядей и выпала с пассажирского сиденья, повиснув на ремне безопасности. Другая тетя на первом свидании с моим теперь уже дядей наблюдала, как он выблевал свои искусственные зубы. Слышала историю, как у женщины случился понос на свидании, и она испортила платье. Кто-то вызвал полицию, потому что 40-летняя женщина стояла голая в туалете и отстирывала с платья какашки. Полицейские дали ей сменную одежду, а ресторан, в котором они находились, был частью отеля, так что помыться она тоже смогла. В итоге парень заплатил за все, потом они поженились и завели ребенка. Познакомились в колледже, я всегда думал, что она выдавливает этот фальшивый милый голосок. Она визжала и извергала целые потоки слов о вещах, которые ей нравились. Фе, я ее избегал. Однажды, пока мы вдвоем ждали начала занятий, от скуки стали перекидываться шариком для пинг-понга туда-сюда. Затем я подул на него, чтобы он покатился по столу. Это было сложнее и, следовательно, интереснее. Мы оказались вовлеченными в полномасштабную воздушную войну с шариками для пинг-понга, полную эмоциональных столкновений. После этого мы месяц не общались. Потом, как-то во время обеда, один парень разговаривал с группой людей, включая меня и ее, о девушке, которая его заинтересовала и спрашивала мнение других, стоит ли ему пытаться действовать. Он упомянул что-то про конфликт в ходе выполнения проекта, и моя партнерша по пинг-понгу сказала что-то типа: «Если ты собираешься вступать в отношения, в первую очередь нужно научиться работать вместе с этим человеком». Я подумал: «Да, да, как же ты права, визгунья, ты точно в моем вкусе». Позже мы оказались в одном классе, и у нас был групповой проект. Я просто спросил: «Кто хочет поработать со мной?» Она быстро вызвалась. Мы оба знали, что что-то происходит. Мы решили по отдельности и тайно проверить, что мы чувствуем друг другу, используя работу над проектом как поле для эксперимента. Мы сдались и предпоследней ночью решили, что это оно. Уже 4 года вместе. У моего брата в то время была ужасная девушка. Он позвонил мне и сказал, что она привела подругу и ему нужна поддержка. Отвечаю: «Конечно», и засыпаю на диване. Дальше помню, как он заходит ко мне домой и стаскивает с дивана за ногу. И вот я еду к нему. Там оказалась его стервозная подружка и симпатичная брюнетка. Я здороваюсь и пожимаю ей руку. Подружка брата ведет себя как стерва, и мы ругаемся. В конце концов, они уезжают в клуб в другой город в 40 минутах езды. Через 3 часа возвращаются. Брат злится, потому что его девушка заявила, что их не будет всю ночь, они ссорятся. Симпатичная брюнетка злится, потому что она хотела тусить в клубе, как и планировалось, но подружка психопатка и не может оторваться от моего брата. В общем, мы с ней сидим в гостиной и смотрим телевизор, и оба хотим уйти, потому что завтра на работу и рано вставать. Но оба не уверены, стоит ли уходить, говорю ей: «Если хочешь, можешь положить на меня свои ноги». Оказалось, что парень, которого ее подруга назвала придурком, хороший парень, так что 4,5 года спустя она спит рядом со мной.
Мы живем в туристическом пляжном городке. В тот день мы обедали в одном из местных ресторанов, расположенном на пирсе у воды. Было довольно многолюдно, поэтому мы решили посидеть за столиками, похожими на барные стойки у края пирса. Минут через 30 мы заметили, что в нескольких метрах от нас дети кормят чаек, и я бросил что-то вроде «надеюсь, на нас не наделают». И, конечно же, птичье дерьмо тут же прилетело мне прямо на лицо. Я посмотрел на нее, она ухмыльнулась и сказала: «Ну ничего, это к удаче, сейчас мы вместе». Он не мог перестать говорить о том, какой он крутой. Хвастался, как занимался хелиски, ледолазанием, летал на дельтаплане, у него коричневый пояс по карате, куча оружия. В 11 лет он выступал с фортепианным концертом. Оказалось, что он был влюблен в меня и пытался произвести впечатление. Я думала, что он завирается, но на самом деле все было правдой. Он просто хотел показать себя с лучшей стороны. Мы вместе уже 8 лет, год в браке. Однажды в колледже мы собрали компанию, чтобы пойти на бейсбольный матч Нью-Йорк Янкис против Бостон Ред Сокс. Я учился в Коннектикуте, среди моих друзей-фанатов обеих команд было поровну, поэтому мы решили пригласить еще несколько человек и пошли на игру все вместе. Перед игрой один из друзей познакомил меня с замечательной девушкой, которая пришла с нами. Она была фанаткой Ред Сокс, а я фанат Янкис. Несмотря на это, мы вроде поладили. В конце вечера я попросил у нее номер телефона, а она сказала: «Ты хороший парень, но я скорее умру, чем буду встречаться с фанатом Янкис. Приятно было познакомиться». Мы женаты уже 9 лет, у нас трое сыновей. Старшая — двое фанаты Янкис. Она все еще надеется, что ей удастся склонить младшего на свою сторону, но он умный ребенок, он примет правильное решение. 9 лет назад в школе в очереди за обедом стояла девушка, явно желающая привлечь мое внимание и пофлиртовать. Она не придумала ничего лучше, чем запустить вилкой в мою сторону. В тот момент меня окликнул друг, и когда я повернулся, вилка вонзилась мне прямо в глаз. Я вопил от ужаса и боли. В общем, в следующем году мы поженимся. Я познакомилась со своим нынешним мужем в Макдоналдсе через общих друзей. Он был пьян, и его чуть не выгнали. Я ждала, пока мой тогдашний друг с привилегиями поздравит меня с днем рождения. До моего 17-летия оставалось около 10 минут. В тот вечер я практически не обращала внимания на пьяного паренька. Мы встретились снова примерно через месяц на вечеринке, пили один и тот же бурбон и на этой почве сблизились. Прошло 7 лет, мы женаты уже 2,5 года и только что купили наш первый дом. Первое настоящее свидание с моим мужем было ужасным. Мы дружили несколько лет и только начали встречаться. Он повел меня в кино на «Монстра», это был 2008 год. Фильм снят от первого лица, все трясется. Примерно через 10 минут после начала фильма меня начинает тошнить от тряски, и я говорю ему, что мне нужно идти. Может, вместо этого мы посмотрим другой фильм? Сначала он стал упираться, типа «нет-нет, он хотел посмотреть это, может тряска прекратится, он уже заплатил за билеты, бла-бла-бла». Потом затыкает мне рот, чтобы я продолжала смотреть. Мне это надоело, и я попросила ключи, чтобы посидеть и подождать его в машине. Он знает, что я не умею водить, поэтому я ожидала, что он сжалится и мы уйдем, но нет. Он продолжил смотреть гребаный фильм. Через 2 часа он вышел к машине, жалуясь, что ему не вернули деньги за мой билет. Я была в бешенстве, а теперь мы женаты. Он все такой же придурок и жадина, но я его люблю. Первое официальное свидание с моей женой. Мы пошли есть суши. Я нервничаю, потому что она чертовски горяча. 162 сантиметра роста, дерзкая китаянка с большими глазами и умная. Я практически знал, что останусь с ней навсегда. Итак, я решил выпить с шеф-поваром, чтобы попытаться успокоиться. Через 2 часа шеф отрубился в кабинке. Было уже поздно, все разошлись по домам. На пути ко мне ее вырвало суши пивом и саке прямо в машине. Бедняжка пыталась высунуть голову из окна, но промахнулась. 2 месяца я пытался вывести вон из своей машины, но так и не смог. Что мы только туда не вылили. Полный флакон освежителя воздуха, бутылку спирта, мыло и прочую дребедень. Ничего не помогало. Машина продолжала вонять тухлой рыбой. Мне это надоело, и я сдал ее на утилизацию. Мы вместе уже 16 лет, женаты 11, у нас 2 детей. Живем счастливо, а еще мы с шеф-поваром отлично подружились и любим подшучивать над моей женой по поводу той судьбоносной ночи. Мой двоюродный брат рассказывал, что когда впервые встретил свою жену, была зима, и она сидела на скамейке на улице. Он обратился к ней со словами: «Бабушка говорила, что если долго сидеть на холодной скамейке, появится геморрой». Подкатил так подкатил. Мы познакомились через ее мать, которая встречалась с моим двоюродным братом, и я переехал к ним. Когда я приехал, они встретили меня, и я увидел дочь. Она была просто до смерти шикарна, но пряталась за своими волосами почти всю ночь. Тем не менее, она хихикала над моими шутками. В какие-то моменты наши ноги соприкасались, потому что мы сидели на соседних стульях. Мне было до смешного некомфортно целых 1,5 часа, потому что я не хотел прекращать контакт и просто терпел. Ночь шла своим чередом, и мать с моим двоюродным братом отправились спать.
Мы остались одни на диване и смотрели «Властелина колец», а я продолжал шутить. В конце концов, фильм прервался, и мы разговорились. Я попытался сделать все возможное, чтобы прикоснуться к ней. Спросил про ожерелье, и это был лишь повод ее коснуться. Я, как и большинство, ужасно боялся быть отвергнутым, но черт возьми, она мне очень сильно нравилась. Мы говорили и говорили, и наконец настал момент, наши лица оказались рядом. Она смотрит мне в глаза, а я чувствую, что это именно то, чего я ждал всю ночь. Наклоняюсь, чтобы поцеловать ее, жутко нервничаю, но убеждаю себя, что все в порядке, и я ей тоже наверняка нравлюсь. Приближаюсь к ней, и тут сбывается мой самый худший страх. Она отворачивается. О боже, мое лицо просто вспыхнуло. Со мной такого никогда не случалось, потому что я в целом редко целовался. Обычно девушки сами подставляли губы, таких отказов не встречал никогда. Перед глазами промелькнули все дерьмовые поступки, которые я когда-либо совершал, потому что я буквально готовился умереть. Чувствовал, будто мозг плавится от того, как горит мое лицо. Мне хотелось плакать, и тут она пискнула. Ты не хочешь меня целовать? Я так растерялся. Что? Да, в смысле, нет. Хочу, она ответила. А что, если я не умею целоваться? И все стало на свои места. Она никогда раньше не целовалась. И я такой, ну давай проверим. Сейчас мы женаты. Вместе уже 14 лет, но счастливы, как тогда. Что ж, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, что в вашей жизни будут такие же крутые концовки, как в этих историях. А пока предлагаю посмотреть наше предыдущее видео, которое вы сейчас увидите на экране. Всем удачи и до встречи!